Дорогие друзья, областной фестиваль российской керамики «Синница» собирает друзей. Мы очень рады, что сегодня у нас в гостях человек, который знает не понаслышке о традициях и культурном коде России. Ну что ж, дорогие друзья, вы готовы? Встречайте на этой сцене многократный лауреат премии «Шансон года», участник известных телевизионных проектов, звезда продюсерского центра Ярослава Сумишевского, певец и композитор Алексей Петрухин! Давай. Ну громче аплодисменты! Добрый вечер, друзья! Сирень свела, я вспоминал шальное счастье. Когда-то в сласть я любил тебя и целовал, да не остался. Сирень зачем-то поломал, не побоялся. Сирень весна поит до пьяна, но ты только мне, лишь мне суждена. Сирень до срока расцвела. Был как во сне, но расцветет сирень опять, еще пышнее. Ты для того меня ждала, чтоб не пропасть ей. Сирень до срока расцвела, вернув нам счастье. Сирень весна, поит от вина, но ты только мне, лишь мне суждена. До срока свела, ой, и ты меня ждала, я ж без тебя пропал. Ой, ты дорога, веди скорее вдоль, с кем от любви шалерой, я голову терял. Дорога!